Виктора Цоя до сих пор называют самым популярным рок-музыкантом в нашей стране. Его песни звучат в переходах и на стадионах. Названия группы «Кино» пишут на стенах домов. Цой жив, и песни его тоже живы. У Виктора Цоя остался 5-летний сын Саша. Повзрослев, он тоже стал музыкантом. Александр Цой против, чтобы на него смотрели только как на сына гениального отца. Поэтому даже псевдоним себе придумал. Теперь он больше не Цой, а Молчанов, говорящая за себя фамилия. Детям талантливых родителей, известных родителей, известно, им очень непросто. Они вынуждены доказывать право на то, чтобы стоять на сцене, на то, чтобы делиться своим творчеством, потому что к ним, конечно, предвзятое внимание. Не так давно Александр решил возродить бренд «Кино» и исполнять музыку отца в симфоническом сопровождении. Проект пользуется большим успехом у поклонников Виктора Цоя.